Этот город не перестает меня удивлять. В Дубае построят самый высокий жилой дом в мире. Меня пригласили на его закрытую презентацию. Жильцам будут предоставлять услуги частного повара, водителя и даже телохранителя. А купить квартиру в нем смогут только те, кто получил индивидуальное приглашение. Высота дома пока не разглашается. Это делается для того, чтобы конкуренты не построили дом выше. А вы бы хотели жить в доме с частным поваром?